Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И сегодня в этом ролике мы рассмотрим первый, так скажем, промежуточный результат того, как продвигать свой товар через бесплатные сайты объявлений. Итак, для участников вот этой группы это обучение будет иметь отдельную цену, о которой я напишу именно в группе. А те, кто не состоит здесь, вот в этой группе, пишите в личку, и мы с вами договоримся. Скажу сразу, что здесь цена, так сказать, изначально со скидкой, потому что мы коллеги по именно торговли на AliExpress. Итак, вот смотрите. Буквально через день после того, как с одним из желающих был проведен первый урок, кстати, он захотел сразу на обоих сайтах работать и на бесплатных объявлениях, и на Buy Me a Coffee. Урок, наверное, длился где-то час. Мы провели все необходимые действия, то есть регистрации, настройки аккаунтов. И дальше уже он по этим алгоритмам начал искать товар. И буквально на следующий день, вот в субботу, он скидывает мне два товара. Вы их, конечно, сейчас не увидите, который он нашел на AliExpress и на этом сайте бесплатных объявлений. То есть он нашел вилку, о которой мы, в принципе, и говорим. Но эту вилку он нашел, так сказать, очень интересным способом. Он не просто нашел один товар, а нашел именно продавца, который занимается вот этим же методом. И вот, пожалуйста, он мне пишет, вот примерно так искать. Ну, и я ему отвечаю, что да, доброе утро. Отвечу утром. Смотрите, вот, ну, по понятным причинам я скрыл этого продавца здесь. У этого человека 21 товар. И перейдя по каждому из них, можно в точности скопировать и сделать такие же листинги. Давайте рассмотрим некоторые из них. Вот, например, вот этот товар. Вот такая вот веревочка. Он, вот этот товарищ, занимается, так сказать, туристическими всякими принадлежностями. И этот листинг у него просмотрен 1200 раз. Следующий товар. Тоже что-то аналогичное. И опять же этот листинг просмотрен 1177 посещений. Здесь, как видите, прямо в описании вставлена ссылка на сайт, с которого можно купить этот продукт. Следующий. Приблизительно то же самое. Опять же, ссылка на товар, ссылка на сайт, просмотры 1000 с лишним, 1800. И человек продает эти вот кресла. Те, кто торговал более-менее на Амазоне, на eBay, ну, сразу представляете, что, например, вот этот стул раскладной, он, ну, на 99% с Амазона. Наш коллега нашел этот товар на AliExpress, тот, о котором вначале я рассказывал.
Теперь смотрите, это объявление, почему я его оставил, здесь видно, что можно даже закинуть ролик, который лучше объясняет, показывает, вот как его использовать. Ну и тоже 1343 просмотра. То есть даже можно роликом закидывать. Есть листинги, на которых есть ролики, в том же Алиэкспрессе, в том же Амазоне. Можно даже закидывать, кроме картинок, и видео. И последняя, так сказать, вишенка на торте. Я много смотрел всяких товаров, но вот такого количества просмотров я не встречал. Одного и того же товара. То есть человек попал в точку. 31 500 просмотров. Вы представляете, сколько интереса к этому продукту. И та позиция, о которой я говорил, за $2 в 60 дней. Если раскинуть это, ну, честно говоря, я не подсчитывал, сколько получается. Но это копейки, да, без труда можно посчитать. Доллар в месяц за то, чтобы вот такую вот ссылочку, вот такую ссылку иметь право поставить в свое объявление. И вот мы переходим по этой ссылке на сайт и видим, что здесь человек именно занимается продажей туристических принадлежностей. У него здесь очень много всяких разных продуктов. Так, ждем загрузочки. Ждем. Сайт сделан на платформе Эквит, как видите. Вот давайте прокрутим самый низ. И те, кто смотрел мой предыдущий ролик, видели, что у меня тоже, вот видите, на Эквите сделан сайт у этого человека. Это аналог Shopify. В принципе, ничем не отличаются, и по цене они не отличаются. В последнее время у них что-то начались какие-то проблемы с бесплатными. Они раньше давали 10 листингов сделать бесплатно. Сейчас вроде что-то там у них поменялось. Ну, разницы нету. Можно сделать на Shopify, можно сделать на блогере. Об этом в предыдущем ролике я рассказывал. Приблизительно такой же сайт, но вот смотрите, что мне у этого не понравилось, именно у этого человека, то, что у него очень много разных товаров. Ну, не знаю, мне это не нравится. Сейчас тенденция такая, что можно выбрать из того списка, вот этого списка 2-3 продукта похожих и сделать типа одностраничника и получать вот так, такие вот просмотры и визиты. Естественно, из этого количества, ну, даже если 10% посчитать, что продается, то это цифра вполне приятная. Даже 1%, и то сумма накапывает прилично. Приличная сумма. Это что? Это буквально палатка, которая складывается в рюкзак, и можно идти в турпоходы. Вот такой вот товар нашел наш коллега, такого продавца нашел наш коллега. Давайте вместе пожелаем ему дальнейших продвижений. Такими темпами должно все получиться. На этом все. Всем удачи, всем пока. Еще раз говорю, подписывайтесь на канал. Это уже как у других блогеров. Прошу подписываться на канал, ставить лайки, чтобы видео продвигалось. И при желании
обучиться этому методу, пишите в личку. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.